В ближайшие выходные в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Он посвящен 438-летию города и сохранению его исторических традиций, а также культурно-патриотических ценностей. Фестиваль соберет 12 коллективов из разных городов – Санкт-Петербурга, Севастополя, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других. В субботу, 7 сентября, в Летнем театре Струковского сада пройдет концерт Нижегородского губернского оркестра и военного оркестра штаба Черноморского флота. Вечер завершится выступлением Екатерины Гусевой. Заслуженная артистка России исполнит русские романсы и песни. 8 сентября пройдет гала-концерт фестиваля на сопках Маньчжурии. Там планируется марафон-концерт, где выступит каждый оркестр по 25 минут, покажет свои самые лучшие номера. А также в другой части парка, где стоит скульптура, посвященная вальсу на сопках Маньчжурии, пройдет такой марафон духовых шоу, где танцующие оркестры будут выступать. Вход на все фестивальные концерты свободный. Узнать расписание можно на сайте администрации Самары.